Александр Григорьевич, ну первый вопрос, как самочувствие? Нет, самочувствие хорошее, завтра готов приступить к работе. А расскажите, вот все это время, как вы смогли выжить, как вы смогли остаться? Вы знаете, я считаю, что все-таки произошел несчастный случай, да, я не смог найти выход из леса. Вот для чего, вот, искал выход к населенному пункту, ну, можно сказать, почти трое суток. Я, во-первых, хочу выразить всем благодарность, кто за меня беспокоился, кто меня искал. Это я только сегодня понял. Какая-то армия людей огромная. Всем огромное спасибо. Прошу прощения за то, что не дал отметить этот великий праздник 9 мая. Вот, кто был и участвовал в моем поиске. Еще раз хочу у всех попросить прощения и сказать всем большое спасибо. Все.